эксцентриссимо. Новый год – это соревнование, как и свадьба и рождение ребенка. У кого круче, богаче. Не для себя же праздники устраиваем и заводим семью. Инстаграмы и папарацци требуют блеска, умопомрачительных счетов и безумия. Никакой личной жизни. Вот и на корпоратив надо пригласить кого-то дорогого, чаще всего не ради собственного удовольствия, а чтобы за пояс всех заткнуть. В этом году, если вы желаете прослыть одним из успешнейших в стране, впрочем, как и в предыдущие лет 20, нужно позвать на праздник Аллу Борисовну. Вечер в компании с Примадонной обойдется в 350 тысяч евро. Хотите узнать цену в рублях? Уверены? Пожалуйста, 24,5 миллиона. За несколько часов непосильного труда, натянутых улыбок, шампанского и изображений любви к надоевшим песням. Кто меньше получает, задумайтесь, может, стоит наконец уже взвалить на себя серьезный груз. То ли дело рюмка водки. Любимая песня русской души под звон бокалов и остроумные ремарки коллег обойдется компании всего в 8 миллионов. Григорий Лепс знает себе место или количеством вечеринок берет. Ольга Бузова, вот кто народная артистка, приедет к вам в кафешку за 1,5 миллиона. Но есть один человек, у которого цены повышаются не перед Новым годом. Михаил Шуфутинский дороже всего 3 сентября. 20 тысяч евро вместо 15. По-настоящему тонкий вкус демонстрирует молча. Салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.